Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк, и это «Фокусы от моряка». В этом видео мы подводим итоги нашего уже полюбившегося, наверное, конкурса, который называется «Лучший комментатор». Итоги за апрель месяц. Что ж, как обычно, время не тянем, переходим и смотрим, кто же стал финалистами. Итак, друзья, ну что же, давайте время зря не терять, посмотрим, кто у нас на месте номер 3. А на месте номер 3 матрос, который написал комментарий к фокусу карты Рубика, он же порядок из хаоса, и звать этого матроса Женек С. Женек С, и что же он получает? Женек получает из сундука моряка вот такую вот колоду, которая называется Хойли. Хойли Покер Сайз. Вот такие вот карты. Да, кстати, уважаемый Евгений, таких карт матросы нашего судна еще не видывали. Поэтому, если вы не против, я сниму на них обзор. Если против, значит против. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, как бы там ни было, третье место, Женек С и колода Хойли Покер Сайз. Итак, место номер 2 и матрос, который написал комментарий к одному из пошаговых выпусков, а именно к шагу номер 17 веер. Это матрос под ником Олег Ти С. Итак, что же получает Олег? Олег из сундука моряка получает вот прям одну из моих любимых колод. Даже, наверное, самая любимая моя колода. Это вот такие вот картишки, которые называются Феникс. Ну, Феникс. Ребята, вот, они мне за это не платят, конечно, но я вам прям рекомендую вот эти карты. Просто обалденные картишки. Итак, ну и кто же у нас на первом месте? А на первом месте у нас матрос, который написал коммент к моему недавнему видео, к моему недавнему видео с тремя стопками. И матроса этого зовут Влад Соколов. Итак, что же получает у нас Влад Соколов? А Влад из сундука моряка получает вот такие вот синенькие ноки. Но синенькие ноки достаются Владу Соколову. Уважаемые победители, если вы сейчас смотрите это видео, то прямо сейчас пишите мне в личку, в Ютубе ваши адреса, полностью фамилию, имя, отчество, индекс и обратный адрес. И я вам отправлю карты, стараюсь отправить карты в ближайшее время. Ну что ж, наш конкурс продолжается, автоматом он переносится на следующий месяц, то есть весь месяц май в вашем распоряжении. Ну и я надеюсь, что в конце месяца мая у нас будет здесь 4 победителя, что все-таки будет победитель для конкурса, как он это делает. В ближайшее время я залью первый трюк и дам вам свободу действий. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и до следующих встреч на нашем судне. Пока!